Добрый вечер, мои уважаемые друзья. Почему вечер? Потому что уже у меня вечер. Поэтому я и говорю, что добрый вечер. А время сейчас 16 часов 30 минут. Половина пятого вечера. Гололед. Иду и очень-очень скользко. Ну, морозец такой, 16 или 18 даже сегодня. Утром, да, утром было 18, днем потеплее, конечно. Но все равно скользко на тротуарах, очень скользко идти. Я иду сейчас по улице Зари. Все тот же Дзержинский район. Я по улице Зари уже шла в сторону рынка Пихтовые горы, а сейчас я иду в обратном направлении и иду в сторону рынка, который называется Кедр. Слева от меня магазин Кировский и Галамарт. Ну вот в разных районах, вернее даже в разных городах называют по-разному один и тот же магазин. Магазин постоянных распродаж. У нас вот он в Ейске называется МПР, а в некоторых городах этот магазин называется Галамарт. Товар практически один и тот же, очень-очень похож. Ну, может быть, какая-то разница есть, конечно, небольшая. Пятиэтажки, девятиэтажки. Так, я не знаю, куда мне смотреть, или под ноги, или в телефон, чтобы не упасть. Потому что действительно скользко. Аж вот, я не знаю, вам видно или нет, но мне видно. Тротуар блестит. Очень-очень скользко. Красивые красные ягоды. Они такие темно-красные. Вот боярышник, он темно-красного цвета. Рябина, она немножко слегка оранжевым отливает. А калина-то вообще яркая такая, красная. Красивая. Тоже огоньки на балконе мерцают, новогодние. Да, скоро уже Новый год. Сегодня у меня завершающий ролик из города Нижнего Тагила. И завтра я еду домой в город Ейск. Немножко покажу, долго задерживаться не буду у витрины. Потому что уже темнеет. А мне хочется сегодня показать вам торговую площадь рынка Кедр и дом на улице Калинина. Это по просьбе подписчицы по имени Ирина. Я пока камеру выключу, дойду до следующего дома и там продолжу съемку. Сейчас самые такие темные вечера, рано темнеет. Аптека. В этом доме, по-моему, две аптеки. А, нет, это в том доме была аптека. Да, в каждом доме по аптеке. Вот это я хочу сказать. Я поворачиваю к пятиэтажному дому, напротив которого расположен рынок Кедр. Адрес дома Азари, 44А. Там тоже магазинчик красное и белое. Газеты «Роспечать», киоски. Тут такой ветер холодный. Вот сейчас захожу между домами, уже становится теплее. Торты и пирожные, 9 островов. Ай, зайду-ка я, если разрешат. Здравствуйте. А можно мне поснимать ваши тортики на видео? Просто тортики, вас не буду снимать, не переживайте. Вот такие. Для своих подписчиков на ютубе посмотреть.
торты 9 островов. Очень вкусные. Вот, тирамису. Вообще я со всеми этими тортами очень знакома. Очень-очень. Конечно, новинки появились. Творожный торт, клубничка. Разные вкусы. Цветок сакуры. Ой, какой вкусный он. А хлопчик кучерявый. А уральский цветок. Валерий. А идеале. Ой, это какой-то вкусный торт. Шикарнейший, самый-самый. Дамский каприз. Вот это новинка, я такой не пробовала. И еще торты. Божья коровка, детский тортик, подсолнух. Мишутка. Капризуля. Пломбирный кикс. Да, пломбирный кикс. Какой-то новый торт. Медовик. Вот, самый клевый торт медовик. Самый любимый медовичок. Наполеон. Ну и пироженки. Сказка, безе. Много-много пироженок. Спасибо вам большое. Здесь магазин продукты. Очень хороший магазин. Вообще кедр. Классный рыночек. Он небольшой, но здесь только много павильончиков хороших, в которых можно купить все-все-все самое необходимое. И при том по доступным ценам. Пятерочка здесь очень хорошая. Овощной. Одежда. Парикмахерская здесь работает, Гаяне. Хозяйственный магазинчик. Так, если у меня будет время, я зайду на обратном пути. А сейчас мне нужно показать просто дом, пока еще не стемнело. Тоже овощной. Обувь. Сеть магазина Бристоль. Шаверма, лаваши там готовят. Стрела. Кулинария. Вкус. Аптека. Одежда. Электроизделия. Пекарня. Ермолинские продукты. Свежее мясо. Мясной магазинчик, отдел хороший. И лакомка. Как-то много всего. Печенья разного. Конфеты, вот эти вот все кондитерские изделия. Конфет море. Тоже очень хороший вот этот лакомка. Павильон классный. Ну и вновь аптека. Магазин «Золушка», бытовая химия там. И парфюмерия. Это дом Зари 52. Подскажите, пожалуйста, Калинина 105, это который дом? 105, это туда надо. Девушка, вот. Вот там? Через дорогу пройдите, вот. Вот там, да? Да, вот 105 там. Это 9-этажка? Да. Спасибо. Вот хорошо направили люди. А я почему-то думала, Калинина 105 это ниже. Оказывается, это еще повыше. Но все равно, тем не менее... Райончик Ирина ваш, в котором вы жили 10 лет, а сейчас вы живете в Калининграде. Я представляю, как это приятно увидеть свои родные места. Вот я говорю аж сразу, ком к горлу сразу, вот правда. Это приятно увидеть свои родные места, когда где-то жил. Зари 109.
Так, я сейчас выключу, поднимусь наверх и снова включу телефон. Вот я зашла во двор дома. Вот он, по-моему, вот тот, вот Калинина 105. Сейчас я поднимусь. Здесь новые девятиэтажные дома. Ну как новые? Конечно, они новые. Это вагонки, я имею в виду, новые. Да. Правильно я иду. Как? Калинина 109 я вижу. Не поняла. Калинина 109. Конечно. А почему мне сказали 105? Сейчас спрошу. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Калинина 105, какой дом? Вот это 109. Сказали, вот это вот угловой. Там еще за этим домом есть дом? Да? А, так. Ага, хорошо. Потому что я не пойму. 105. Да. 305. Меня, конечно, направили совсем не туда. Спасибо, девушка подсказала. Но я помню, что Калинина 105. В этом доме находится похоронка. Вот это у меня в памяти в моей осталось. Если я не ошибаюсь, конечно. Я перешла дорогу и вернулась в квартал, где пятиэтажные дома. Вот это одноэтажное здание, где горит свет, это почта. Я не знаю, сейчас она работает или не работает, но раньше это было почтовое отделение. Ну раз свет горит, значит работает. Нет, там какой-то магазин, по-моему. Нет, работает. Работает почта. Подскажите, пожалуйста, Калинина 105. Ой, это где-то в той стороне. Да, в той стороне, я тоже так поняла. Что в той стороне. Там пятиэтажка. Пятиэтажка, да, спасибо. Я, наверное, обойду с другой стороны сейчас дом. Потому что темнеет. Очень быстро. Это вот на камеру светлее, а на самом деле темно. Еще к тому же скользко очень. Я пройду сейчас двором, чтобы сократить путь. О, здесь тоже магазин «Магнит» во дворе. Это улица Зари, 62. Калинина, она на углу. Там угловой дом. Сейчас я пройду двором и выйду на улицу Калинина. Вот это поворот на улицу Калинина. Дороги с улицы Зари на улицу Калинина. Я сейчас иду на улицу Калинина. Вот он этот дом. Улица Калинина, 105. Я обойду дом со всех сторон. Я не знаю, Ирина, на каком этаже вы жили. Но хотя бы немножко виден дом. Это наружная сторона дома. Только слышен лай собачек.
Дом длинный. Ну да, все правильно. Правильно. Я вспомнила. Все правильно, я сориентировалась, да? Ритуальные услуги в этом доме. Со всех сторон обойду. Это соседние дома. И будет двор. Ах, какое небо. Я обойду дом со всех сторон. Я не знаю, Ирина, на каком этаже вы жили. Но хотя бы немножко виден дом. Это наружная сторона дома. Только слышен лай собачек. Дом длинный. Ну да, все правильно. Правильно. Я вспомнила. Все правильно, я сориентировалась, да? Ритуальные услуги в этом доме. Со всех сторон обойду. Это соседние дома. И будет двор. Какое небо, кажется, голубое-голубое. Красота. Ну и подъезды. Подъезды. Какой ваш подъезд, я не знаю, конечно. Даже открыты. Видимо, кодовый не работает замок. Подъезд открыт. Пройду я мимо подъездов. Двор покажу вам. Сейчас, конечно, ни одного практически человека нету во дворе. Один, два, три, четыре, пять, шесть подъездов. Шесть подъездов в доме. Дом угловой. Ну, я, наверное, пройду уже двором, по детской площадке, по тропиночке. Беседка уже покосилась от старости, от времени. Ну вот, Ирина, и вашу просьбу я тоже выполнила. Ваш дом, ваш двор. Ваша родина, ваши воспоминания приятные.
Ну все. У меня уже подзамерзли ноги. Я вам всем хочу сказать до свидания, до скорой встречи в следующем ролике. А следующий ролик будет уже с дороги обратно в город Ейск. Все, всего всем самого доброго.